Меня зовут Дмитрий Волк, и с вами брат. У нас очередные приключения. Мы приехали на базу. По дороге у нас с тупицы полетел подшипник. И из последних сил кое-как мы доехали до базы. Сейчас вот, видите, я сижу на колесе, потому что ступица срезала полностью подшипником. Сейчас будем ремонтировать. В общем, пойдемте покажу, что у нас там происходит. Вот наша ступица. Как видите, она уже пропахала немного на земле. Бекл срезала, потому что металл полностью весь от трения нагрело. Он расплавился. И все. Срезал полностью целиком. Вот он, подшипник, бывший от ступицы. И вот где от него шарики. Вот это все приварившийся металл, сварка. Трением. Все это приварило. Это сейчас надо будет все выбивать, откручивать колесо. Колесо полностью снимем. Ступицу возьмем. Разберем свежую ступицу, которая тоже, я думаю, что под замену. Уж сразу все 4 ступицы будет поменять. Поедем в Череповец, найдем где-то ступицы. Есть? Если есть. Если нет, то на руках. Причем вот, кстати, такой именно звук происходил у нас во время движения по кочкам. Так называемый хуиргур, к которому подъезжаем каждый раз к базе, там 20 километров. Вот послушайте, как сейчас вот оно. Слышишь? Такое ощущение, как будто трессор поднимается. Вот так выглядит здоровая ступица компании Alco. Хорошая немецкая компания, но, к сожалению, они живут недолго в условиях российского реальности. Мы снимаем крышку и ведер. Маска есть, от воды немножко есть плесень. Но, тем не менее, у нас самое главное, есть основная ось несущая. Вот она вот так вот выглядит. Это здоровая ось, большая. И на ней контрагайка, которая держит ступицу с подшипником. А теперь сюда. То есть вот у нас эта ось, основная несущая. При этом эту ось, ее срезала почти наполовину. И контрагайку срезала и выдавила. Поэтому как и менять здесь ступицу, пока непонятно. Потому что она сюда вварена, блядь, и как она туда меняется... Потому что ступицу саму-то мы снимем, а вот ось ступицы мы не поменяем. В общем, будем думать. Работаем. Ну, что я могу сказать? На текущий момент ситуация следующая. Благодаря, опять же, Евгению Чистову, мы нашли мастера на все руки, который готов нам на текущий момент помочь. Также нашли 4 ступицы, готовые в сборе. В Череповце, но не факт, что они нам помогут. Скорее всего, нам придется менять задний мост целиком, потому что вал заднего моста съел резьбу вместе с гайкой прижимной для ступицы. Сейчас едем в Череповец. В любом случае, мы заберем эти 4 ступицы, все 4 поменяем на новые. И, скорее всего, если будет возможность, возьмем все-таки мост заднюю. И поменяем мост целиком вместе с центральной осью несущей. Потому что на ту ось уже надежды нет никакой. Работаем, блядь! Пошли, покажу. О, смотри. Купили пиздатый мост. Ой, блядь, целиком. Не буду говорить, сколько он стоит, но суть заключается в том, что у него идет усиленная балка. Усиленные ступицы усиленные. И, короче, если на стандартный мост, который идет в комплекте, нагрузка где-то до 750 килограмм, то этот мост может спокойно тонну 300 выдерживать. И взяли еще, ну, то, что он в комплекте со ступицами, мы его поставим назад. И взяли еще новые ступицы. На морду поставим в сборе. Ну, надеюсь, что, блядь, мы их поставим, потому что непонятно, как мы сейчас этот прицеп будем поднимать. Он у нас рухнул.
И как мы будем снимать? Соси. Не соси, с моста. У нас весь ремонт занял, ну, где-то минимум 48 часов. Сегодня у нас третий день, время 17:00. Мы идем на море. Работаем. Слов нет. Мы наконец-то выходим в море. Тяжелое испытание предстояло нам, но мы его выдержали. Справились. Ездили сколько, 2 или 3 раза в Череповец за запчастями, за инструментом и так далее. Пришли к пониманию, что у нас в итоге с прицепом. Вообще в общей сумме, не конкретно по той проблеме, которая у нас случилась по приезду, а вообще, что с прицепом. Ну и, соответственно, понял, что после поездки на озеро Волго из-за тряски катер прошел с прицепом где-то примерно туда-обратно, ну, 1500 километров, даже, может, побольше. Вылетел замок зажигания с крепежа, крепили заново. Много крепежа, которого разболталось, крепежи форточек там и так далее. Все повылетало. Слава богу, ничего не потеряли. Закрепили, все на место вернули. В общем, что я могу сказать? Перед каждой поездкой, во время каждой поездки и после каждой поездки обязательно проверяйте весь крепеж. На прицепе, на человеке, на машине, где угодно. Чтобы ничего лишнего не торчало, чтобы ничего не гремело, чтобы ничего не болталось. Лучше остановиться. 2-3 минуты потратить, покачать, проверить, протянуть, но зато доехать. Вот и все, что хотелось сказать. Работаем. Сейчас идем с подветренного берега, потому что зачастую, когда сильный ветер, большая волна, ветром куда на берег прибивает воздухом волну, обычно рыбы под этим берегом прячутся. Плюс мы загрузили новые карты дополнительные, и на картах появились новые глубины, которые обозначают, где пупки, где свалы, где ямы и так далее. Хочу вот сейчас проверить еще один пупок, небольшой такой бугорок. Вероятно, может быть, там рядом с этим бугром, рядом, кто-то возится. Будем посмотреть. Thank you.